спустимся, как порядочные люди. Сюда раньше на лошадях, видимо, с телегами заезжали. Изрыто-то, изрыто. Ну, кто-то нарыл. Кто-кто? Я нарыл. Снежком уже припорошило. Был бы дождик посильнее. Нужно сверху искать прямо что-то. Он отмывает. Нет, кто-то еще был. Я выбросил. Прохладно в сапогах-то. Как этот камень вытащить не мог. Кварчик, вот. Вообще кварцы барских ям мне очень нравятся. Они такие все переплетенные, ни на что не похожие. Немножко попробую разобрать его. Во всяком случае, крокоида не видно. В таких вот неоролках маленьких. И мыть-то не хочется. Холодно. Холодно. Домой, что ли, взять? Пошел на разведку. Придется идти за инструментом. Ну да ладно. Надо мыть. Где-то поблескивает тут головки кварцевые. Конечно, ничего не видно.
конечно, все надо отмывать. Какой тут нахрен крокоид? Тут кварц-то не видно. Моем, посмотрим, выбросим. В основном так и бывает. Ведро принесешь, 2-3 образца оставишь. Понятно, но похоже не крокоид. Нужна глина с барских ям. Пожалуйста. Там рыбы нет. Нет тут крокодила. Вот ведь как бывает, застрял на барских ямах. Ладно, что связь есть. С большим удовольствием могу сообщить, что берет Билайн, немножко МТС, похоже. Ой, елки.
в этой дороге первый раз на блудице. Недолго. Так, это что у нас? Своротка одна, вторая. Нет, сюда. По-моему, шел. Спасатель должен приехать. Трос-то. Фух, дождище. Сюда, не сюда, нет, сюда. Так, это канавка разведочная. Там опушка. Все правильно. Поворот налево. Так, кто-то звонит. Спасибо, Трост выручил, вытащил. Спасибо.